Хе-хей! Доброе время уток, друзья! Вы наверняка уже видели этот видос, а если нет, посмотрите сейчас. Спасибо, дура. Я выложил его у себя в Инстаграме, где он набрал уже 200 тысяч просмотров и разошелся по целой куче крупных пабликов, ни один из которых, кстати, не оставил ни ссылки, ни упоминания на автора. Псы. Вот так, даже не выпуская ролики на ютубе, все равно умудряюсь хайповать. Как же так произошло? Если вы думаете, что я совсем отбитый и намеренно вывел средства с конской комиссии, или же просто не знал про нее, то передумайте обратно. Когда в РФ сломали валютные переводы, многие стали искать альтернативные способы вывода. Я же сказал, что раз не хотите работать с нами, то и хер с вами. И устроился 3D-художником в Fortnite. Вывод средств не работал, поэтому я хотел просто удалить платежные данные из Стима, но так сделать нельзя. А вводить левые данные не хотелось, поэтому я просто забил и забыл про это. Но внезапно оно заработало! И мне пришло письмо, которое вы уже видели в ролике. Я, конечно, охренел, поняв, что 50% от этой суммы заберет Райффайзенбанк, но, как оказалось позже, 50% это крупным шрифтом, а мелким шрифтом минимальная комиссия $1000. Неприятненько. Паблики, которые писали, как вам меня жалко, какой я бедный и несчастный, просто... Псы. Лучше бы ссылку на канал оставили. В общем, ребятки, у меня все хорошо, я не расстраиваюсь из-за этого. Где-то нашел, где-то потерял, заработаю еще. Относитесь ко всему проще и не зацикливайтесь на неприятностях. Всем добра.